Ну как, хотя огромное сказать спасибо группе, моим близким людям, моей супруге Агате, моей маме, которая тоже здесь сегодня. И Михе Кашку, с которым мы такую кашу съели и заварили. Душа и сердце всегда будет с вами. Друзья, как вы знаете, сейчас, уже очень скоро, выйдет сериал, посвященный жизни, творчеству группы «Король и Шут». И я ничего по поводу говорить не буду, естественно, просто я хочу, чтобы каждый сложил свое мнение. Не накручивайте, не ожидайте, а просто ждите. А потом смотрите. Ну, в смысле, точнее, ожидайте, я имею в виду, не ожидайте там, ну, то есть, не надо ждать ничего. Как объяснить-то? Вы поняли, да, наверное, меня? Ну, все. Друзья, сейчас мы с вами споем вместе эту песенку старую, но споем, к нам присоединится Костя, который играл Мишу Кашка. Прическу сделали, как смогли. Проклятый старый! Thank you.
Друзья, еще хочу сказать спасибо всей съемочной бригаде, потому что там была незабываемая атмосфера. Все с душой к этому делу относились. Это видно, чувствовалось, и это все однозначно. Вот, поэтому... Опа. Хорошая реакция, такие штуки в лоб прилетают, не очень. И вообще, зачем мне чужая мобила? Друзья, еще раз были рады всех вас видеть. В завершение сюда должен прийти никто иной, как девушка! Девушка! Этим летом следующее попоем король и шут, вспомним Мику.